нас мальчик. Он метис, скорее всего, уипита. Он метис уипита. Мальчишка молодой, ему года 3. Эрджея, мы нашли за Залипецком. Он лежал на съезде в поля и был очень истощенным. Плюс клещи, как всегда. Мальчишку с трудом спасли. Откормили. Он находится у нас уже больше, чем полгода. И как-то не замечали за ним проблем никаких. Играет и играет в вольере, в общей стае. Как-то пробегала мимо, не замечала. А сегодня, и сама не знаю почему, заострила внимание и зашла в вольер. И была потрясена. Вот эта шишка на голове, она прогрессирует и растет. Знаете, сердце просто сжимается, потому что не ожидала. Мальчишка очень веселый, пережил столько. И еще вот такая напасть. Эта опухоль, она часто растет у собак, у которых нарушена иммунная система, нарушен кровоток. Это болячка тех, кто пережил много. А Эрджей пережил. Он хороший ребенок, чудесный, ласковый. Скачет так, что вышибает тебе все зубы, стукаясь носом о подбородок. В нем столько энергии, столько радости. Он замечательный ребенок. Ребята, я прошу вас, если можно, давайте поможем ему не только провести операцию, но и найти дом. Он действительно удивительный, хороший и потрясающий друг. Замечательный. Наш Эрджей. Ребята, ему предстоит тяжелая операция на затылке по удалению этой огромной опухоли. Мы сейчас не знаем, сколько стоит операция, но долг клиники так зашкаливает, что я не знаю, как мне уговорить врача, чтобы он принял мальчика на операцию. Ребята, нам надо погасить хоть немного, прошу вас, хоть немного. Надо погасить долг в клинике, чтобы мы могли продолжать оперировать собак.